Я не позволю в 21 веке относиться к моим братьям-узбекам как к рабам. Если кого-то необоснованно прессуют МВД, то я в своем статусе поеду в участок спасать мигранта. Накажу ему депутатскую и юридическую помощь. Очень часто работодатели относятся к мигрантам как к скоту. А это люди, наши братья. Я не позволю в 21 веке относиться к моим братьям-узбекам как к рабам. Там тепло, у нас холодно, и они болеют. И лепра, туберкулез, СПИД, венерические болезни. Нам зачем это нужно? Я против того, чтобы эти люди просто так оставались. Если у кого-то оставлять, то в первую очередь это русскоязычные с адекватной культурой. Компартия считает, что необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос введения виз для трудовых мигрантов, в особенности приезжающих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.